Приветствую вас. Как я понял, мужчина не очень решительный у вас, ну, ваш молодой человек, не очень решительный. И, соответственно, я не очень понял, какое препятствие сейчас перед ним для того, чтобы с вами быть. То есть, если он пишет, что любит вас, если он пишет, что его тянет к вам, если он говорит, что вы ему дороги и так далее, то, собственно, возникает вопрос, так, а в чем трудность? Его жена, которая вроде бы, да, ну, она начала мешать ему, говорила, вот я поступлю с тобой так. То есть, знаете, эта история, она непонятная. То есть мужчина, он чего сам хочет для себя, в первую очередь? Позвольте ему определиться с тем, чего хочет он. А до тех пор, я полагаю, вам имеет смысл отстраниться немножко, отдалиться от него, вот, и просто-напросто его не трогать. То есть, в этом случае, в этой ситуации, от вас мало что зависит, потому что человек не решил свои собственные проблемы. Человек не определился тем сам, чего он хочет, и гадание здесь ни при чем, это просто нежелание брать ответственность на себя, вот. Поэтому скажите молодому человеку, что вы его любите, что хотите быть с ним, что готовы его ждать, но чтобы он не думал, что вы, например, будете ждать его вечно, и что вы не собираетесь его пожизненно как бы ждать, вот. И после этого предложите ему самому решать, выбрать, а вы примете любое его решение, вот. То есть, мне бы хотелось, чтобы вы немножечко более подробно рассмотрели, более подробно описали, в чем тупик и в чем конфликт. То есть, чего с чем конфликт здесь. А вот это вот для меня непонятно, исходя из вашего текста. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.